Эй, вы меня слышите? Я в ловушке! Мне нужна помощь! С вами все в порядке? Что произошло? Слушайте, это поле, в котором я застряла. Протеанское устройство безопасности. Я не могу пошевелиться. Вы поможете мне выбраться отсюда? Ваша мать работает на Сарена. На чьей вы стороне? Что? Я не на чьей стороне. Пусть я дочь Бенезии, но я не такая, как она. Я не говорила с ней много лет. Пожалуйста, просто выпустите меня отсюда. Как вы там оказались? Я исследовал руины. Потом показались геты, и я спряталась здесь. Вы можете в это поверить? Геты по эту сторону вуали. Я активировала защиту башни. Я знала, что барьер их задержит. Но когда я его включала, я, наверное, сделала что-то не так. В результате я попала в ловушку. Вы должны меня вытащить, пожалуйста. Мы придумаем, как вам помочь. Здесь есть панель управления. Она должна отключить устройство. Вам нужно как-то обойти барьер. Это и есть самое сложное. Отключить защиту снаружи невозможно. Как вам сюда попасть, я не знаю. Будьте осторожны. С гетами был один Кроган. Они пытались преодолеть барьер разными способами. Как вы сюда попали?
Вы все-таки нашли способ обойти барьер. Мы пробились с помощью горного лазера. Конечно, да, тогда понятно. Пожалуйста, освободите меня, пока не появились геты. Вон та кнопка должна отключить поле, которое меня удерживает. Есть идеи, как нам отсюда выбраться? В центре башни есть лифт. По крайней мере, я думаю, что это лифт. На нем мы сможем подняться. Идемте. Я все еще не могу поверить. Зачем я нужна была гетам? Думаете, это как-то связано с Бенезией? Саран ищет канал. Вы специалист по протеанам. Очевидно, он хочет, чтобы вы помогли ему в поисках. Канал? Но я не знаю. Что за черт? Руины вот-вот обвалятся. Лазер, видимо, спровоцировал сейсмическую волну. Надо спешить. Тут все рушится. Джокер, поднимайте Нормандию и отслеживайте мой сигнал. Мигом. Есть, капитан. Корабль в воздухе. Расчетное время прибытия 8 минут. Если я тут сдохну, ему не жить. Если ты не заметил, тут сейчас все рухнет. Что? Страшно, ребятки. Спасибо, что отрубили энергетический барьер. Давайте сюда доктора. Что вам нужно? От меня вы ничего не получите. Ну уж нет. Она останется с нами. Не вариант. Саран потребовал ее, а его требования нужно выполнять. Прикончите их.
Гребаный штуцер. Мы чуть не спалили нашу птичку, капитан. Еще 10 секунд и резвиться бы нам в расплавленной сере. Нормандия, конечно, не говна кусок, но она не приспособлена для посадки на извергающиеся вулканы. Это так, на будущее. Мы там чуть не погибли, а ваш пилот шутит? Это такой защитный механизм. Вы привыкнете. Понимаю. Должно быть, таков человеческий менталитет. У меня немного опыта общения с вашей расой, капитан. Но я вам благодарна. Вы спасли мне жизнь, и не только от вулкана. Геты убили бы меня или притащили бы к Сарену. Что Сарену нужно от вас? Вы что-то знаете о канале? Только то, что он как-то связан с исчезновением Протеан. Это сфера моих исследований. Последние 50 лет я занимаюсь поиском причин их исчезновения. Каков же ваш возраст? Не люблю об этом говорить, но мне всего 106 лет. Черт! Вот бы мне так выглядеть в ваши годы! Для таких недолговечных видов, как ваш, 100 лет может казаться долгим сроком, но по меркам Азари я считаюсь едва вышедшей из поры детства. Поэтому моим исследованиям и не уделяли достойного внимания. Другие ученые Азари обычно отметают мои теории из-за того, что я слишком молода. У меня есть собственная теория того, почему исчезли протеане. При всем моем уважении, капитан, мне известны все существующие теории. Проблема состоит в поиске доказательств. Протеане чрезвычайно мало оставили после себя. Как будто кто-то не хотел, чтобы эта тайна была разгадана. Словно после вымирания протеан кто-то прошелся по галактике и уничтожил все улики. Но вот что поразительно. Согласно моим находкам, протеане были не первой в галактике расой, которая таинственно исчезла. Этот цикл начался задолго до них. Как вы пришли к подобным выводам? Я думал, свидетельств не осталось. Я проработала над ними 50 лет, исследовала каждую крупицу. В конце концов, начала появляться еле заметная связь, лишь слабый намек на истину. Это трудно объяснить. Я не могу предоставить конкретных доказательств. Это больше похоже на ощущение, порожденное полувеком тщательной научной работы. Но я знаю, что права, и рано или поздно смогу это доказать. До протеан существовали другие цивилизации. Этот цикл повторялся много раз. Если протеане не были первыми, тогда кто? Я не знаю. Даже о протеанах почти нет никаких свидетельств, но об их предшественниках и того меньше. Я не могу обосновать свою теорию, но я знаю, что права. Галактика строится на цикле вымирания. Каждый раз, когда возникает великая цивилизация, ее внезапно и жестоко разрушают. Остаются лишь руины. Протеане, выходцы с одной единственной планеты, охватили своей империей всю галактику. Но даже они карабкались вверх по останкам своих предшественников. Их величайшие достижения, ретрансляторы и цитадель, основаны на технологиях тех, кто был до них. А потом протеане исчезли, как и прочие забытые цивилизации в истории галактики. Я посвятила всю свою жизнь тому, чтобы выяснить причину этого. Их уничтожила раса разумных машин. Пожинатели. Пожинатели? Но я никогда не слышала. Откуда вы это знаете? У вас есть доказательства? На Иден Прайм мы нашли поврежденный протеанский маяк. Он выжег в моем мозгу видение. Я до сих пор пытаюсь разобраться, что оно значит. Видение? Да, понимаю. Маяки предназначались для передачи информации напрямую в сознание пользователя. Найти работающий маяк удается крайне редко. Неудивительно, что геты напали на Иден Прайм. Шанс получить действующий маяк, пусть даже сильно поврежденный, стоит любого риска. Но маяки предназначались для взаимодействия лишь с физиологией протеан. Полученная вами информация наверняка должна быть спутанной и неясной. Я удивлена, что вы смогли понять хоть что-нибудь. Слабый разум мог бы быть полностью разрушен при взаимодействии. У вас должно быть очень сильная воля, капитан. Этим вы не помогаете нам найти Сарена и канал. Конечно, вы правы. Простите, мною овладело любопытство ученого. К сожалению, у меня нет информации, которая помогла бы вам найти канал или Сарена. Я не знаю, зачем Сарен хотел добраться до вас. Но, думаю, мы поступили правильно, взяв вас с собой. Спасибо, капитан. Сарен снова попытался бы найти меня.
а место безопаснее, чем ваш корабль, я не могу придумать. Мои знания о протеанах могут пригодиться вам в будущем. А ее биотическая сила пригодится, когда начнется заварушка. Добро пожаловать в команду, Лиара. Спасибо, капитан. Я вам очень благо... У меня вдруг закружилась голова. Когда вы в последний раз ели? И спали? Пусть доктор Чак вас осмотрит вас. Думаю, это просто умственное истощение в сочетании с шоком от того, что я узнала о судьбе протеан. Мне нужно время, чтобы все это осознать. Хотя медицинский осмотр мне не повредит. К тому же у меня будет возможность еще раз все обдумать. Мы с вами закончили, капитан? Мы поговорим после медосмотра. Все свободны. Отчет о ходе миссии подготовлен, капитан. Соединить вас с советом? Да, Джокер, свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Мы получили ваш рапорт, капитан. Я так понимаю, доктор Тессони находится на Нормандии? Я полагаю, вы предприняли все необходимые меры предосторожности. Лиара на нашей стороне. Гетты пытались убить ее. Беназе ни за что не дала бы Сарану убить свою дочь. Что, если она не знает? Или, может, это мы ее не знаем. Мы никогда не ожидали от нее предательства. Во всяком случае, миссия увенчалась успехом. Если не считать полного уничтожения крупного памятника протеанской архитектуры. Это было необходимо, Шепард? На этих развалинах было полно гетов. Нам повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Конечно, капитан. Выполнение задачи всегда имеет первостепенную важность. Удачи, капитан. Не забывайте, что мы все рассчитываем на вас. Пусть она будет золотая. Медалька-то. Вы уж не забудьте представить меня к награде за то, что я уберег от огня вашу же жизнь. Если я представлю вас к награде, в конце концов вы окажетесь на сцене и будете 2 часа слушать, как политики толкают речи. Верно подмечено. Небось, эти зануды еще бриться заставят. А я, как последний пижон, 7 недель эту красоту отращивал. Не, пусть отсосут. Ну что, капитан? Может, все-таки скажете, зачем пришли? Я хочу знать свой экипаж. Я уж вижу, к чему вы клоните. Я лучший выпускник курса летной говношколы. У меня туева куча разнообразных поощрений. И я... Простите? Ладно. Дайте мне Нормандию, и я заставлю ее танцевать для вас. Хорошо. Увидимся. Зашли меня проведать, капитан?
Выглядите вы гораздо лучше. А как себя чувствуете? Доктор Чаквас обещала поставить меня на ноги. Она превосходно разбирается в физиологии Азари. Вы в хороших руках. Доктор Чаквас свое дело знает. Капитан, я так и не поблагодарила вас за то, что вы спасли меня от гетов. Если бы не вы! Я рад, что мы оказались там вовремя. Я тоже. Я знаю, что вы рисковали, взяв меня на борт. Я же вижу, как ваши люди ко мне относятся. Они мне не доверяют. Но я не такая, как Бенезия. И сделаю все, чтобы помочь вам остановить Сарена. Обещаю. Не волнуйтесь, Лиара. Я вам верю. Знаю, вы меня не подведете. Для меня это очень важно, капитан. Спасибо. Расскажите мне о себе, Лиара. О себе? Боюсь, моя жизнь не так интересна, капитан. В основном я проводила время на дальних раскопках, добывала из земли всякую ерунду, погребенную в старых протеанских руинах. Я так понимаю, занятие ваше опасное? К тому же вам бывает одиноко. Иногда я натыкалась на местные формы жизни или сталкивалась с шайкой наемников или каперов. Но я всегда была очень осторожна. Мои биотические способности всегда выручали меня, пока геты не напали на меня в Тау Артемиды. А что до одиночества? Что ж, это-то мне и нравилось больше всего. Иногда мне просто надо побыть одной. Вы не любите общество? Думаю, дело в том, что я дочь матриарха. И все ожидали, что я пойду по стопам Бенезии, сделаюсь вождем нашего народа. Матриархи ведут своих последовательниц в будущее. Они ищут истину о том, что еще только грядет. Может, потому я так заинтересовалась тайнами прошлого? Глупо звучит, когда говоришь об этом вслух, будто бы я стала археологом, только чтобы насолить Бенезии. Все дети бунтуют против своих родителей. Естественный процесс взросления. Ха-ха, вы мудры, как матриарх Шепард. То же самое Бенезия ответила мне, когда я сообщила ей о своем решении. Но дело было не только в этом. Меня тянуло к прошлому. Протеане были кем-то таинственным, мистическим. Я хотела все о них узнать. Вот почему меня так привлекаете вы. Вы отмечены маяком на Иден Прайм. Вы коснулись действующей технологии протеан. Звучит так, словно вы хотели бы препарировать меня в лаборатории. Что? Нет, я не имела в виду ничего. Я не хотела вас обидеть, Шепард. Я только хочу сказать, что вы были бы интересным образцом для глубокого исследования. Нет, так еще хуже. Успокойтесь, Лиара. Я просто шучу. Шутите? Ох, святая богиня, какая же я глупая. Наверное, вы считаете меня полной идиоткой. Теперь вам должно быть ясно, почему я предпочитаю работать с компьютерами и записями. Я вечно говорю что-нибудь неловкое в присутствии других. Пожалуйста, давайте сделаем вид, что этого разговора не было. Вы знаете, почему Бенезия встала на сторону Сарена? Я этого не понимаю. Она всегда открыто говорила о том, что Азари должны больше участвовать в основных событиях галактики. Может быть, она решила, что объединившись с Сареном, в конце концов послужит большему благу. По крайней мере, я так надеюсь. Вам эти разговоры мучительны, да? Мне все это непонятно. Я много лет не общалась с Бенезией, но я же ее знала. Она была не такой. Что-то изменилось. Хочу побольше узнать об Азаре. Наша раса первая открыла цитадель. Мы сыграли важную роль в формировании Совета. При разногласиях в галактике мы всегда стараемся быть голосом мира и сотрудничества. Мой народ считает, что все мы часть единого галактического сообщества. Каждый вид вносит свой вклад в общее дело. Хотя мы стремимся к пониманию других видов, мало кто хочет понять нас. Галактика полна слухов и домыслов о нашем народе. Каких, например? Большинство заблуждений вертится вокруг наших брачных ритуалов. Мы – однополый вид. Для нас понятия мужчины и женщины не имеют смысла. Но для размножения нам требуется партнер. Этот второй родитель, однако, может принадлежать к любому виду и полу. Не понимаю. Вы можете спариваться с кем угодно? Спариваться – это не совсем то слово.
Физический контакт может присутствовать или отсутствовать. Это не главное, в чем заключается союз. Подлинная связь — это связь разумов. Наша физиология позволяет нам соединяться с другими существами. Мы можем проникать в самые глубины их сознания. Мы исследуем генетическую память их вида, разделяем базовые элементы их личной и расовой идентичности. И затем мы передаем их черты нашим дочерям. Таким образом, мы способны развиваться как вид и обретать лучшее понимание других рас. Что случается с вашим партнером после союза? Бывает по-разному. Некоторые союзы — это однократные встречи, после которых родители расстаются. Другие могут быть более длительными. Иногда Азари и ее партнер остаются вместе на много десятков лет. Вы, Азари, можете прожить до 1000 лет. Что бывает, когда ваш партнер умрет? Мало кто из разумных видов обладает нашей долговечностью. Мы научились подходить к своим союзам философски. Мы мало думаем о неизбежности утраты своего партнера. Предпочитаем наслаждаться тем временем, что можем провести с ним. И даже если партнер уходит из этого мира, частица его живет в нас. Союз — это связь, выходящая за рамки пространства и времени. Вы знаете, кого выбрала своим партнером матриарх Беназия? Она редко говорила о своем партнере, но я знаю, что мой отец, если вы хотите это так называть, принадлежал к народу Азари. Мне казалось, одним из родителей обязательно должен быть представитель другого вида. Подумайте, Шепард. Если бы мы не могли рожать детей в пределах собственного вида, то вымерли бы задолго до того, как овладели искусством космических полетов. Внутривидовые союзы теперь редки, во всяком случае для целей размножения. Большинство Азари считает, что это ослабляет наш генотип. Дочери Азари наследуют расовые черты своих отцов. Если оба родителя Азари, ничего не приобретается. Так, по крайней мере, говорит здравый смысл. Я та, кого иногда называют чистокровная. Хотя ни одна Азари не посмеет сказать мне это в лицо. У нас это считается большим оскорблением. Возможно, партнерша Бенези тяготилась их союзом. Даже, наверное, стыдилась при всех признать меня своим потомком. Может, она хотела с вами встретиться, но не смогла? С ней могло что-то случиться. Может, она погибла. Не исключено, что вы правы. Надеюсь, что так. Но точно это выяснить невозможно. Бенезия никогда не говорила о своем партнере. Что бы там ни было, ей было слишком больно об этом вспоминать. Она растила меня одна, хотя это нередко бывает. Азари часто воспитывают детей в одиночку, особенно если отец относится к недолговечному виду. Партнер нередко умирает до того, как ребенок успеет повзрослеть. Мне пора. До свидания, Шепард. Да, капитан, вам что-нибудь нужно? Как вы оказались на флоте Альянса? Пошла на службу сразу после мединститута. На Земле мне всегда казалось скучно. Там слишком безопасно. Я решила, что в колониях меня ждут нескончаемые экзотические приключения. Хотела летать среди звезд, лечить суровых солдат с пронзительным взглядом и чувственной душой. Но жизнь военного оказалась не столь романтичной, как думала. Но чтобы продолжить экспансию через Траверс, человечеству нужен Альянс. А Альянсу всегда нужны хорошие медики. Так что я осталась и вношу свой вклад. Не думали? Иногда подумываю вернуться на Землю и открыть частную практику, или, может, занять должность в каком-нибудь новом медцентре в колониях. Но в работе с солдатами есть что-то особенное. Если я уйду с флота, буду думать, будто я их предала. Мне нужно идти. До свидания, капитан.
Капитан, как вы? Мне надо капитан. Идти. Капитан, как вы? Почему вы пошли на службу в СБЦ? Хороший вопрос. Пожалуй, по ряду причин. Каких, например? Как и все, наверное. Хотел сражаться с несправедливостью, помогать людям. Думаю, и без отца тут не обошлось. Он служил в СБЦ, был одним из лучших. Я вырос, слушая рассказы о его достижениях и глядя, как его показывают в новостях. Он тяжело воспринял мою отставку. Это тяжело. Как думаете, он будет впечатлен тем, что вы охотитесь за Сараном? Мой отец – человек СБЦ до мозга костей. Делай как положено или вообще не делай. Отец считает, что я слишком безрассуден, нетерпелив. Боится, как бы я не стал таким, как Саран. В молодости он отговорил меня становиться спектром. По тем же причинам. Вас хотели сделать спектром? Меня считали потенциальным кандидатом в спектр. Меня и еще примерно 1000 других призывников-турианцев. Я мог бы пройти подготовку, но отец не захотел. Он спектров презирает. Ему мерзка самомысль, а не ограниченной силе, безо всякой ответственности. Вы бы ему не понравились, капитан. Без обид. Пожалуй, я могу понять его опасения. Можете? Но Саран не собирался играть по нашим правилам. По правилам СБЦ. Чтобы схватить Сарана, нужен кто-то, кто не связан уставами и правилами. Вы быстро учитесь, Гарус. Мы побьем его в его собственной игре. Это единственный способ его остановить. Я с вами, капитан. Итак, Саран в бегах. Ему недолго бегать. Саран крут, но я круче. Крут? Он сгнил. Насквозь. Я понял сразу, как увидел его. Почему вы мне раньше не сказали? Сказал бы, но не думал, что это важно. Все равно я хотел бы об этом знать. Это было давно. Какие-то наемники хвастались, как работали на краю систем Термина. Типа платят хорошо, а хозяина вечно нет на месте. Никто не стоит над душой. Типа там нужны еще люди. Я и вписался. Не знал, что Сарен в открытую набирает наемников. Не в открытую. И сам он показался лишь однажды. Несколько месяцев мы устраивали налеты на корабли, а потом взяли грузовое судно. Самую большую нашу добычу. Я был на борту. Обыскивал тела в поисках лишней пары кредитов. И вдруг увидел его. Что Сарену было нужно на этом корабле? Не знаю, что ему было надо. Он просто ходил по кораблю. Смотрел. Кто-то из наших назвал его по имени. Но он с ними не стал говорить. Ни с кем не говорил. Он мне сильно не понравился. Так что я свалил оттуда. Даже не стал дожидаться расчета. И что за груз перевозил этот корабль? Что искал Саран? Не знаю. Я на борту видел только еду и медикаменты. Оружие кое-какое было, но мелко. Если там и было что-то ценное, я этого не видел. Потому и не говорил об этом раньше. Чей это был корабль? Торговое судно Волусов. Большое, охраны много. Но им с нами было не справиться. Больше вы его никогда не видели? Да. Я даже не знал, кто это. И до сих пор бы не знал, если бы не вы. Но инстинкт мне подсказал правильно. Через неделю все наемники, кто там был, были мертвы. Все до единого. До встречи, Рекс. Шепард. Капитан. Есть минутка поговорить? Я всегда готов выслушать подчиненного. Если вас что-то беспокоит, выкладывайте. Хорошо. Я знаю, что на борту Нормандии свои порядки, но меня волнуют инопланетяне, Вакариан и Рекс. При всем моем уважении, капитан,
Должны ли они иметь полный доступ к кораблю? Они не служат Альянсу, сержант, но они наши союзники. По крайней мере, пока дело касается Сарена. Это самый совершенный корабль Альянса. Вряд ли мы должны давать им возможность совать нос во все важнейшие системы. Двигатели, датчики, вооружение. Хватит, Уильямс. Вы всегда критикуете свое начальство. Никак нет, сэр. Простите, я вышла за рамки. Я вернусь к своим обязанностям, капитан. Капитан? У вас есть минута поговорить? Простите, капитан. Мне нужно... Но я не против поговорить попозже. Что вы думаете о последней миссии? Я не очень-то верю в историю доктора Тессони. В то, что они с матерью не общались. Они ведь не чужие друг другу. По-моему, она с нами откровенна. Или, по крайней мере, лжет не так много. Да, ей, наверное, это тяжело дается. Эй, а может спросить ее насчет ее половой жизни? Это было бы интересно. Вряд ли она привыкла к тому, чтобы ее дразнили. Пусть даже по-доброму. Поняла, капитан. Шутки в сторону. Жалко, что руины совсем разрушились. Они же простояли тут тысячи лет. Это впечатляет. Вы свободны, сержант. Сэр. Все в порядке? Не знаю. У вас чудесный корабль, и команда ко мне так хорошо относится, особенно ваш старший инженер. Но я здесь чувствую себя неуютно. Нормандия летит так плавно, что кажется, будто мы не движемся. И двигатель работает так тихо. Как вы засыпаете по ночам? Тишина не дает вам спать. У нас на флоте, если тихо, значит, случилась беда. Отключился двигатель или испортился фильтр воздуха. Здесь такого не бывает, но привычка есть привычка. Но дело не только в тишине. На корабле так пусто, будто половины экипажа не хватает. Дома я очень ждала, когда же отправлюсь в паломничество. Мне так надоели эти бесконечные толпы. И вот я здесь, и словно бы скучаю по ним. Порой мы не ценим то, что имеем, пока не потеряем его. Это верно. Я начинаю задумываться, в чем смысл паломничества. И это позволяет мне по-новому взглянуть на свой народ и культуру. Вы знаете, порой бывает, что кто-то уходит в паломничество и не возвращается. Я всегда думала, что с ними что-то случается. Но, может, они просто хотят жить по-другому. Вы собираетесь вернуться на мигрирующий флот? Я не смогла бы бросить свой народ, Шепард. В конце концов, я вернусь. Но сначала надо остановить Сарена. Иначе мне некуда будет возвращаться. Мне нужно идти. Увидимся. Интересуетесь новинками? Давайте посмотрим. Как скажете, капитан. Thank you.
поступило сообщение. Соединяю. Капитан Шепард, меня зовут Насана Дантиус. У меня есть работа для вас. Подробности расскажу при встрече. Это незащищенный канал. Если вас интересует мое предложение, давайте встретимся на Цитадели, чтобы обсудить все лично. Я буду ждать вас в посольском зале Президиума. Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Мы видели ваш корабль. Файдань хочет поговорить с вами немедленно. Кто такой Файдань? Наш лидер. Ему нужна ваша помощь в подготовке обороны. Гетто снова нападут. Пожалуйста, вверх по лестнице. Сюда! Thank you.
тоннелям. Проверь, безопасно ли там. Ну? Эти геты чертовски опасны. Как бедная женщина может работать, когда вокруг такая стрельба? Боюсь, что геты погубят нас всех. Геты готовятся к очередной атаке. Родная, успокойся. Все будет нормально. Геты все наступают и наступают. Капитан, я рад, что нам наконец-то... Но вы немного запоздали, не так ли? Арселия? Извините, капитан. Нервы у всех на пределе. Берегись! Геты в башне! Защищайте центр колонии! Обнаружен противник. Шепард, мне кажется, мы двигаемся не в том направлении. Башня позади. Thank you.
Лайданю и выведем транспортер из Нормандии. Наша следующая цель — лагерь гетов. Башня в безопасности. Спасибо вам, капитан. Я рад, что колония в безопасности. Ценю вашу заботу. И, разумеется, вашу помощь в борьбе с гетами. Их наступление приостановлено. Но они вернутся. Они всегда возвращаются. Помогите мне найти то, зачем охотятся геты, и я помогу вам избавиться от них. Непонятно, что им нужно. Они просто напали на нас. Сами мы о них ничего не знаем. Основная их база в штаб-квартире Экзогени. Самое лучшее место для поисков ответов на ваши вопросы. Что такое Экзогени? Это компания, в которой большинство из нас работало до нападения. Она основала эту колонию. Аэрошоссе идет как раз до Экзогени. Пропустить это место невозможно. Да уж. Но путь преграждает целая армия гетов. Вот так. Я и не надеялся, что будет легко. Если вы продолжите уничтожать гетов с тем же успехом, у колонии появится шанс. Расскажите мне подробнее об Экзогени. Экзогени финансирует эту колонию. Без них мы бы здесь не задержались. Они специализируются в сфере колонизации. В обмен на финансовую поддержку мы работаем на них. Основная цель компании — добыча ценных артефактов и ресурсов. Правда, ничего такого здесь нет. Или есть, но мы еще не нашли. Интересно, может, именно их ищут геты? Возможно. Ну, так мы действительно еще не нашли ничего ценного. Конечно, гетам может быть известно что-то, о чем мы еще не знаем. Расскажите мне о колонии. Жизнь здесь непроста. Временами жестока даже без всех этих ужасов. Министерство колонии на Земле утверждало, что мародеры здесь не появляются. А уж на гетов-то они точно не рассчитывали. Несмотря ни на что, здесь необычайно спокойно. Никогда раньше я не испытывал такого чувства. Сколько вас было до нападений? В главном поселении было почти 1000 человек. В моем — более 200. Когда первая волна атаки смела наши укрепления, мы отступили к Надежде Джу. Нормандия невелика, но я бы мог вас увезти отсюда. Истребители гетов не дадут нам далеко улететь. Нет, мы не уйдем, это наш дом. Здесь такие возможности для роста, каких не встретишь на других планетах. Что вы можете сказать об оборонительных сооружениях геттов? Подробностей я не знаю. Но полагаю, что они укреплены лучше командного поста. Они посадили по крайней мере один корабль у Экзогени, а на Аэрошоссе я видела большие танки. Следует ожидать жестокого боя. Я поговорю с вами, когда вы... Удачи, капитан. Благодарю вас за все, что вы сделали. Но ваше геройство меня не впечатляет, капитан. Мне кажется, что я вам не нравлюсь. А какое у вас было бы чувство, если бы организации, которые обязаны вас защищать, плевать на вас хотели? Они должны были послать хотя бы небольшой флот. А вместо этого прислали один единственный корабль. А вы интересуетесь только гетами. Расскажите мне о себе, Арселия. Я что-то вроде полицейского на добровольных началах. Меня взяли следить, чтобы мальчишки не разрисовывали стены Экзогени. А тут случилось все это.
Меня к этому не готовили. Я не просила посылать меня в бой. Как же хочется, чтобы все это закончилось. Вы можете сказать что-нибудь о гетах? Как вы считаете, каковы их цели? Ничего сказать не могу. Если хотите получить ответы на эти вопросы, отправляйтесь в Экзогени. До свидания. Капитан. Так, капитан, чем я могу вам помочь? Я поговорю... Удачи, капитан. Так, капитан, чем я могу вам помочь? Что вам нужно, чтобы вернуться к обычной жизни? Нам нужно уничтожить гетов. В тоннелях до сих пор находятся геты. К тому же необходимо решить повседневные проблемы, такие как недостаток пищи, воды, электричества. Я не знаю точно, что именно нужно сделать. Поговорите с ответственными людьми. У вас есть новости о том, что геты делают в тоннелях? Ничего нового. Скорее всего, они охраняют там передатчик, с помощью которого координируют атаки. Пока что это не критично. Но если уничтожить передатчик, то это здорово поможет нам защищаться от следующих атак. Как я могу решить проблему с водой? Этим вопросом занимается Мака Дойл. Если вы хотите помочь, поговорите с ней. А что с электричеством для колонии? Этим вопросом занимается Мэй О'Коннелл. Она расскажет вам все подробности. Вы говорили о том, что вам не хватает пищи. Запасами продовольствия занимается Дэвид Рейнольдс. Он расскажет вам, чем вы можете помочь. Я поговорю с вами, когда выясню больше. Удачи, капитан.